Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. В Бравл Старс вышло обновление и стартовал новый пятый сезон Космо Опера Стар. Мне пришлось немного заморочиться и поднять свои кубки до 15 тысяч, чтобы открыть мега ящик. Ну же, будет в этот раз что-то классное! Да, как под запись открываешь, так ничего крутого. Рози неплохо отсыпали очков силы, но у нее их предостаточно. А вот 75 для Джеки — это круто. Ребята, ну что, думаю, следующий мегаящик на 16 тысячах я заберу в следующий раз. Ведь до конца трофейной лиги 5 дней. И до этого времени я особо кубки набирать не буду. Постараюсь, конечно же, подогнать всех героев к 600 кубкам, а там посмотрим. Хочу сыграть в горячей зоне. И кем бы нам сыграть, давайте выберем. И я, кажется, знаю, кого возьму. Где наш Динамайк? Как только мне выпал этот герой, я как-то за него играть не очень любил. А вот сейчас он мне нравится все больше и больше. Но хорошо играть я им еще не научился. В принципе, неплохо. Посмотрим, кто кого сможет продавить. Отлично, первый раунд за нами. Вы знаете, команда подобралась классная. Нас все-таки продавили. Но до этого мы сделали хорошее преимущество для себя. Вау, круто! Жаль, что не всех троих. Настоящая горячая зона. А теперь пришло время сразиться в силовой гонке. Захват кристаллов и, конечно же, мы берем Джесси. Постепенно выдавливаем наших соперников все далее и далее. Что могу сказать, сам подлез под очередь. Есть 10 кристаллов, теперь нужно их удержать.
первая победа в силовой гонке. Ребята, признаюсь, второй бой слил просто бездарно. Заменил Джесси на Кольта и тупо ничего не мог сделать. Да, на силовую гонку нужно брать того героя, за которого ты любишь играть. Вот так вот будет лучше. Как же больно попадает Пайпер. Нужно посмотреть ник, кто за нее играет. Отлично, вовремя подоспела ульта. Ну блин. Хорошо, что наши были рядом. Ничего себе, Поко свистнул целых 7 кристаллов. Биби у нас считает, что все, сражение закончено. Вторая победа, но было очень сложно. Ник игрока, который был за Пайпер, ваниш. Респект ему. Ребята, на этом буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч.